Интерактивный спектакль «Красноптица перьями, а человек умениями» прошел в зале арт-станции Натальцова. Гостями праздника стали Одинцовские школьники и воспитанники детских садов. Артисты театра под руководством заслуженной артистки России Натальи Бондаревой погрузили детей, их родителей и воспитателей в сказочный мир русского народного костюма, быта, ремесел и традиций. Образно и ярко раскрыли важные вопросы семьи, родины, преемственности поколений и созидательного труда. А священник Александр Стрелков рассказал зрителям о богатстве русской культуры, в основе которого лежит православная вера. Спектакль прошел в рамках 21-х московских областных рождественских образовательных чтений по благословению архиепископа Одинцовского и Красногорского Фомы, а также при содействии администрации округа.